игрушек у меня в телефоне нет, поэтому из развлечений самое доступное, самое интересное — это проект NIMSIS. Это такой стартап, с которым ознакомиться вы можете прямо сейчас. Это лайк. А вот еще один лайк. А это Семен. Он, как и все мы, что-то постит, что-то шерит, в общем, собирает разные лайки. А вот это очень крутой пост Семена. Под ним один юзер может поставить один лайк. Нехорошо как-то. Ну окейшки, допустим, что Семен популярен, и все его друзья-юзеры, в том числе мама, соседка и даже та девчонка, таки залайкают этот пост. Толку-то от всех этих лайков на следующий день. Получается, Семен старался, постил весь день в онлайне, сидел, лайки собирал, а они взяли и умерли. Все причем до единого. И все сначала теперь. Кому нужны вчерашние лайки? А это, внимание, ну ничего себе лайк. В NIMSIS его получают все. И Семен, конечно, тоже. Как? Да, собственно, по праву рождения. Каждую прожитую минуту NIMSIS превращает в ним. Это как если бы у Семена был в интернете кошелек, в котором после каждой минуты добавлялась одна монета. Технически, это цифровая запись о том, кто, например, Семен, где, например, в школе, и когда, например, вот прямо сейчас, прожил одну минуту жизни. И так каждую минуту до конца жизни. То есть ним — это первый в истории человечества независимый от социальной сети лайк. Его можно кому-то отдать, даже незнакомому человеку прямо на улице, в универе или кафешке. Ведь в NIMSIS, если тебя видно в экране, то тебя тут же можно увидеть вживую. То есть конец шатанием по всем соцсетям мира в поисках аккаунтов живых людей. Ура! Семен, например, в восторге! Если ему нравится вон та девочка напротив, он шлет ей нимы. Сколько угодно, между прочим. Да хоть все. Безусловно, Семен может в NIMSIS что-то постить. И все, кто находится возле него, увидят это. И, конечно, захотят отдать Семену свои нимы прямо здесь и сейчас. Семен же ведь классный. Полученные нимы, собственно, попадают к Семену прямо в NIMP. Тот самый кошелек, в котором накапливаются минуты жизни. Свой обычный кошелек Семен привык прятать. А вот его NIMP видят все. И поскольку Семен хорош собой, не глупый, вообще славный малый, постит много и интересно, его нимб будет больше, чем у других. И самое главное, теперь время Семена никуда не уходит, и его можно тратить с умом. На хороших людей, вечеринки, еду, одежду и вообще на что угодно. Не теряй и ты своего времени. Итак, всех, кого заинтересовало, можно обратиться ко мне, либо пройти по ссылке под этим видео в YouTube. Там будет ссылка на мой профиль. А также всех желающих, которые захотят, я смогу верифицировать, добавить друзья. И если кто-то заинтересовался, вперед, качаем приложение из Google Play, регистрируемся, добавляемся в друзья. Здесь очень хорошая платформа для того, чтобы делиться ссылками видео в YouTube. Задумка, идея неплохая, есть собственный магазин. Большинство функций смогут быть доступными после того, как вас верифицируют 6 человек. Вот поэтому все ссылки в описании. Заходим, дружим, подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока.